И вы думаете, что здесь нельзя жить, когда все сделано вот так, красиво и ровно? И вы думаете, что башкирская Швейцария – это только где горы, хотя тут до гор в принципе 20 километров? Я не буду говорить о том, что в башкирской Швейцарии немножко другие дома. У нас свои дома. Но обратившись и посмотрев, что этому дому скоро будет 100 лет, в каком он состоянии? А вы думали, что он таким и был? Нет, конечно, он не был таким. Я вам только что продемонстрировал другие дома, в каком они состоянии находились. А это делается немножко по-другому. Потому что у нас есть капремонт. И вопрос, кому мы деньги платим? Компания «Водомер» делает вот такие дома. То бишь, она вкладывается со всей душой, сердцем и со всеми другими делами. Что такое город? Это конгломерат энергии. В селе больше отдыха и больше работы. И не надо говорить, что покупка конкретного дома и в городе, и на селе – это не постоянная работа. Да, господа мои, сорняки постоянно. Работа на благородство всегда. Зима, снег чистим сами. Весна и лето, огород. Да еще заборы ремонтируем. Это работа. Город типа проще. Что в городе? Свой засир убираем, делаем дом чистым. Но ваше много- или малоэтажное общежитие с естественно разными квартирами нуждается в ремонте. А то нет. Ну вот вам простой вопрос. Самый простой. Если не мыть грязь, естественно, вашу, в коридоре, и через сколько вы утонете в нечистотах? И мне проще, мы гоняем уникумов без мозгов и без витрил из пятиэтажки. Но козявки иногда ссат в подъезде. Иногда ублюдки, нарушая постановление нашего президента, курят. Они курят в подъезде. Я не вижу. Президент. Дай возможность пули выгнать из подъезда. Все от пули свалят от одного выстрела. А нельзя. А я бы хотел, но не получается. Тогда возьмем резиновые дубинки. Они продаются через 100 метров. То есть вы понимать должны, ремонт и работа. И это в вашем многоэтажном общежитии. С большим удовольствием относитесь к тому, кто моет пол. К слову, о ваших подъездах. Не сам подъезд, а там, где подвал. Не часто наши жильцы заглядывают туда, где ниже, а надо. Посмотрите, в каком состоянии трубы. Ну гляньте, в этих трубах течет ваша жизнь. Да не верите, а холодная вода, горячая, обогрев, а ваши нечистоты. То есть вы типа такие крутые. А давайте вас уберем на холодный остров. И сколько вы там проживете? Ну, 20% быстро построят дом. Остальные сдохнут. С большим вниманием относитесь к своему многоэтажному общежитию. С большим. Его вообще-то ремонтировать надо. Тут вопрос-то другой. Сколько мы башляем? Забашливаем не по-детски. Честно, хватит нас воровать, но выродки воруют и строят свои дома. Вот ведь гадство. Хотели отвалить от работы, но в большей работе со своими домами пришли. Это я про воров, у которых, ну, красотища типа, свои дома, не поняли? Отмотайте начало, это же YouTube, вы поймете. То есть работа по ремонту дома идет. Вот у меня делается ремонт, мне грустно, я видел, как работает водомер. Я так хочу, потому что я видел все изнутри. Как меняется перекрытие? Я понимаю, как возводились наши дома. На, отвались! Отваливали жители в Советском Союзе, как сейчас-то отваливают. Мало того, я эти дома строил в 1988 году. Было дело. И вы не представляете, что я прошел. Человеку из коммуналки счастьем было устроиться даже в однушке со своим сортиром и ванной. И потом не говорите мне о моем счастье. После 8 лет съема квартир мне однокомнатная казалась идеалом. Да, конечно, общаги, а все общаги, только если раньше были коммуналки с одним сортиром, сейчас большие коммуналки с сортиром у каждого, только площадь больше, а подъезд один. Скидывались и скидываются. Хотя посмотрите на стены наружные.
А мне не кажется, что после ремонта он их, через год после постройки, из-за усадки фундамента, они простоят те 70 лет. Вот как-то так получается. Это усадка фундамента, а что с трубами? Они-то не усаживаются. Во, прикол-то. А какая проводка-то? Дюралюминий. И это вам не медь. Хотя она и окисляется, но хоть служит дольше. То есть я, в принципе, объяснил суть ремонта. Так вот, суть ремонта, она постоянная. Но как ремонтируют дома водомер? По-моему, остается только каркас с перекрытиями. Все остальное новое. Я, конечно, понимаю, что в нульцевых квартирах после нового ремонта проводка лучше, и она медная. Так вот, она не меняется. Но капец дюралю. Вместо него ложится опять же медь. Посмотрите на YouTube ранее. Ну посмотрите, поймите, все трубы. И это все трубы, и они меняются на качественный пластик. Гарантия 50 лет. Это только гарантия. Запорная арматура и не до завала, который отваливается с заменой. Нет, потому что компания не стоит на месте. Да, есть время, да, 20 лет, и мы не будем говорить, но более. И эти мысли, и это не засир вороватых, по сути, говнюков. Нет, постоянные командировки, и вот вам вариант. Как не используя амфотерный металл, но используя амфотерный и не гниющий пластик, и та же амфотерная, но не менее окисляемая медь, и честно, я думаю, что мы не доживем. Хотя доживут наши внуки, и внуки текущих грамотных инженеров от водомера лет так через 100 вернут нашему городу текущее величие. К слову о перекрытиях. Ну, то, на чем держится крыша. Да вот такое говно простояло 80 лет. А сколько простоит лучшее, более качественное и обработанное перекрытием с большими и качественными листами на крышах, то внуки наших внуков, ведомые внуками внуков инженеров от водомера, лет через 200 перекроят крыши. Да, конечно, косячат все. Но есть те, кто переделывает, как я, например, как специалист от водомера. То есть 90 чудил-мудилов отмазываются постоянно. Так вот, про них ни слова. Я ненавижу таких. Я с большим количеством нормальных спецов работаю. Так что смотрите мой канал и понимайте, кто вам делает качественный ремонт. Поменены электричество, поменены трубопроводы, поменено все. Снаружи даже отбрусок есть специальный, из асфальта сделанный. То есть раньше этого не было в природе. Раньше дом ставился и плевать на все, что там было. Сегодня и сейчас все делается изумительно, обратите внимание. То бишь, если мы будем говорить о капремонте нашего дома, а мы имеем право это делать, потому что у нас есть управляющие компании 5-10, вот, мы имеем право зайти к этим управляющим компаниям и сказать, что мы бы хотим, чтобы наш дом был вот таким, как он построен здесь, на улице Корсикова, 18-19. Два дома изумительных, но сделаны просто качественно. Вот к чему я говорю. Потому что это есть работа на вас. Потому что эти люди работают не на десятилетие, а на 100 лет вперед. Хотя столько они не проживут. Ну да ладно. Все равно тот, кто потом купит себе здешнюю квартиру, скажет, вот это был хороший ремонт сделан. И скажет спасибо той компании, которая у нас сейчас присутствует.